Мир постоянно меняется. Вместе с ним меняемся и мы. Иногда наши дороги расходятся. Но семья всегда собирается вместе. Слышали, вам всем требуется немножко любви. Каких только безумств мы не творили. Мутили самолеты, поезда, танки. Про подводную лодку я вообще молчу. А теперь у нас летающие тачки. Кто он? Джейкоб. Брат Доминика. Давно не виделись, Доминик. Братик. Ты говорил, что нельзя отворачиваться от семьи. Но от меня ты отвернулся. Теперь судьба твоей семейки в моих руках. Что бы ни случилось, мы с тобой. У него армия наемников, нам потребуется помощь. Не может быть. Ну и как мы это провернем? Быстро. Возможно, момент не самый подходящий, но я не умею водить. Брат против брата. Как это драматично. Но сможешь ли ты его убить? Ты не дернешь ручник, дорогуша? Выкручивай на полную. Обожаю эти магнитики. Как же я соскучился. Что за бронехрень на колесах? Держите! Да! Всю свою жизнь я провел в твоей тени. А теперь... Остаток своих дней ты проведешь в моей. Посмотрим. Форсаж 9. Серьезно? Изолента? Ты как будто ремонтом заняться решил. Нажимай! Нет, Дэш! Я не хочу умирать! Кино с 20 мая.